В салоне этого маршрутного такси бактериям места нет, иначе не может быть сложный эпидемиологический период. Машину мы моем каждое утро, обрабатываем. Пока выезжаем, они обсыхают. Вреда для здоровья это не приносит. И как бы работаем и ежедневно уже там в течение, наверное, 2 недель где-то. Подобную санитарную обработку проходят сейчас маршрутки 3 работающих в городе частных компаний. Для дезинфекции используются специализированные хлорсодержащие материалы, обладающие антибактериальным действием. Все это производится в ежедневном режиме. Мы объезжали все транспортные парки, все депо, проверяли, как это выполняют, чтобы были ответственные. Они по всем предприятиям есть, приказами назначены, персонально. Чтобы был запас вот этих специализированных веществ. Везде проверили, он везде имеется от 1 до 2 месяцев составляет неснижаемый запас. Дезинфекция в частных транспортных компаниях – дело специально обученных сотрудников. При данной дезинфекции особое внимание уделяется контактным поверхностям, ну, конкретно поручням, полам, сиденьям. Данная дезинфекция проводится со всеми транспортными средствами в ежедневном режиме. Обработка коммерческого транспорта проводится в областном центре по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Кроме тщательной дезинфекции, подвижной состав промывается после каждого рейса более основательно, чем обычно. В губернской столице стартовал месячник по благоустройству. Владислав Жирнов, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.